С новым 2021 годом. Да, только Антон Попов. Антон Попов, да, конечно. Да. Прошу прощения. Косачев, перештрафной удар. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ну вот, первый удар был за Селтиком опасный, а первый гол... Надо тоже на него внимание обратить. Смотрим, сегодня голы дальними ударами сбиваются. Один просто краше другого. Сместился в центр, с левой. Вообще не глядел на ворот. Смотри, рикошет. Да все равно хорошо летело. Под штангу бы точно приземлилось. Движу. Беленький. Удар! И головой забивают. Головой вообще в таком футболе забивают не так часто. Кто? Давай выясним сейчас. Вот, длинный заброс. Направо. И тут удар-то последовал, судя по всему, удар не точный. Я не думаю, что это пас был вот с этого ракурса. Это снова Марик Балаян, но понятно, удар сумасшедший. Но не доборолся с ним защитник, хотя казалось уже сожжен. Шеренков. Удар, гол! Бильярдный удар, да. Там нам дали титр, что 3-0 счет, но нет, 2-1. Опять же, не дать себе запутать, но это супер. С разворота в дальний нижний угол. Шеренков вроде бы подсунул партнеру мяч. Как и... прошлым матчем. Что касается эмоций тренера, выход 1-1. И наказывают Шеренков за ошибку. 2-2. Да, красиво забивает. Шеренков красавец. Он там взбудоражил уже до этого оборону. Он здесь подсунул. Здесь подсунул, подставил своего другой защитника. Передача очень неудобная была. Да, тут виноват пасущий. И у Антона Попова мяч забрал Шеренков. Ну и тут скинул себе ответственность, приложился на Попова. Будет этот шутаут. Исполняет. Смотрим. Курамшин понесся. Курамшин обвел, убежал. 1-0. Не удел. 1-0. Понесся Беломойцев. Беломойцев. 1-0 пользу Селтика в этой серии. Тащить против Шеренкова. Одного из лучших игроков в этой серии. Шеренков бьет мимо. Опа. А вот это и нервишки. Балаян. Удар на Дульяну. Без шансов. Здорово. И удар! Хорош, Костенко, безумно хорош! Ярасечкин против Ульянова! И... как-то совсем бесхитростно. А страшно же, страшно. Тоже это все прекрасно понимает. И... удар! Штанга! А можно добивать-то, интересно? Нет, вперед! Против Ульянова Марау! Хорошо! По мощным бицепсом Ульянова отправляет. Марин! Маврин против Костенко, Маврин уходит, Маврин забивает. Забивает, но на Тоникова почти дотянулся до этого мяча Костенко. И 2-2. Кстати, на то, как его капитан бежит к воротам, Энкин, удар. Опа! И мяч туда катится, Ульянов вытащил. И в позу встал. Несется к воротам, он не играл сегодня. И здорово здесь надо забивать. Качнул, будь здоров, конечно, Костенко. Но нету права на ошибку. Скворцов. Скворцов ушел от Ульянова. И с мячом улетел. Лицевую, и Селтик побеждает! Селтик будет играть в финале.